От загадок алфавита до феминитивов и вурдалаков. Владимирские филологи в день рождения Пушкина и в день русского языка проведут просветительскую акцию. 6 июня в соцсетях опубликуют видео с интересными фактами о великом и могучем. Главная цель акции – привлечь внимание к изучению русского языка и его загадок. Кириллица дважды подвергалась серьезным реформам. Сначала Петр I предложил гражданский шрифт и убрал несколько лишних букв. Затем большевики воплотили в жизнь реформу, лишив нас ятя и еров. Однако уже более 1000 лет славяне используют уникальный алфавит, придуманный специально для их языка Кириллом, Мефодием и их учениками. Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно записать на видео небольшой интересный рассказ, посвященный русскому языку, и выложить его под хэштегом акции «Самых честных правил». Кроме того, 5 июня кафедра русского языка Владимирского госуниверситета проводит онлайн-круглый стол. Изучение и преподавание русского языка глазами молодых ученых. С использованием видеоконференц-связи уже у нас заявились участники с сообщениями, участники из разных, так скажем, сфер. Это учителя русского языка из МУРа, из Владимира, есть действующие преподаватели университетов, есть выпускники нашего факультета, которые работают тоже в просветительской отрасли и расскажут о том, как они видят изучение русского языка, преподавание русского языка и сам русский язык в современном мире.